Всем привет, доброе утро, тарелочки пустые, но ненадолго. Здесь у меня омлетик на завтрак сегодня, у нас сегодня воскресенье, кофе, Назар спит, Назара позже будет с нами, вернее без нас уже кушать. Здесь у меня бутерброды горячие. Так, сейчас сразу Назару откладываю два минимум, все, и это все наше, вот. И ложу омлетик. Вика купила вчера. Боже, такая умница. Я прям счастлива. Она меня счастливила. Масочки две. Так хочу прямо это сегодня сделать маску. Крем для лица у нас закончился. И этот, скажите, я скажу. Да, и все. А и вообще у нас сегодня грандиозные планы по работе по дому. Я хочу освободить немножко этот коридор. Мама моя посоветуется с Андреем, с братом, и ой, что не видно мне, посоветуется по поводу мебели с коридора. Может, они ее себе заберут, а нет, то мы тогда выставим, ну, короче, просто типа хорошие руки или плохие, без разницы. И также хотим сегодня в зале там освободить стенку, выставить на продажу, провода поубирать. Ну, короче, такие работы мелкие, подготовочки, чтобы немного уже стены начинать чистить и подготавливать под ремонт. Такие у нас на сегодня планы. Что, насколько мы успеем, посмотрим. Вот, но сейчас завтракаем. И что сделаем, какой объем работы? Не звонил. Он у нас вообще не сидит. Ой, а что ж делать? Вот такую, ребят, сделала себе огуречную. Боже, какое-то блаженство. А, я просто кайфую. Кайфую, как классно. Соскучилась за масочками, уже давно не делала. И прямо сейчас мне хорошо. Так, сейчас Сережка убирает все-все провода, которые у нас тянутся, но уже ни к чему не подключены, потому что нам нужно все это освобождать. Эти провода для подготовки стен. В общем, все это надо убрать. Следующий. Сережа обрезает. Это какие-то интернеты раньше были подключены, протянуты в те комнаты. Ну, подой, а детям проводили же уже, ну, тоже. Да, да. В комнаты. Подвязаны были. Угу. Сейчас Сережа это все вытягивает. Ой, убираем провода. И вот эти блоки, люди, чебоксы. Наоборот, в этот день стараются пострашнее все сделать. Так я же говорила, hello можно отмечать в нашей квартире. У нас просто паутинки повесить и все. И фильм ужасов готов. То есть проводок хороший. Ну да. В общем, вот так вот работаем потихонечку. Назар уже остался. Я бы подоставала коробки, попротираю, хочу туда поскладывать обувь, поперебирать. Сережа тут повытягивал уже со всех спальни провода. Что? Зачем вообще это надо, если у нас пробки в подъезде? Это убираться будет. Это не с теми вопросами лезешь. Застрял один провод чем-то там за этим, за мебелью. Сейчас Назар будет лезть туда смотреть, что там и как. А так все уже отсюда вытащили. Вот этот жмут, который здесь был, вообще его убрали весь. Телевизор убрали. Им хочу помыть, максимально поубирать сегодня, чтобы сфотографировать эту стенку на продажу. Нам надо накрыть сверху какой-то простыней, покрывалом. Ага. Туда залез Назар. У меня есть тряпки, мешок я оставляла для ремонта. И посмотрел, что там его держит. Почему? Хорошо, сейчас не даю, знаю, даю. Боже, что творится? Что давай, творится? Давай, 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 давай. Не стесняйся. Да не, не видно. Не идет сильнее. Да, я хочу узнать, почему они там держатся. Может, это не... Я рассказываю, туда упала какая-то ерунда и заклинила. Давай тебе нам телефон с фонариком. Давай. Сейчас. Да уж. А, да нифига это не из-за этого. А что? А что там? Заклинило той провод. Мы не можем понять, что такое. Чичика, непонятно. Хм.
Не видишь? Сейчас ты на весь белый будешь. Еще хочу люстру эту, Сереж, снять. Прям сейчас? Не, вообще говорю. Ага. Что, понятно что-то? О, все. И что это было там? Сейчас. Ого. Осторожненько слезаем. Правую ногу с меня спуслась. Сейчас он ногу смотрит, что там. Да, папа был прав, это какой-то предмет. То ли скотч, то ли что-то купило, и провода прямо к стене прижала. Ага, ясно. Надо было дергать не в сторону, а вверх. Угу. Так, я держу сейчас тебе направлю ногу. Спускайся потихонечку. Вот так, раз, давай. Ой, что-то съел. Тихо. Продаем мебель, никому не надо. Отдаем в хорошие руки. Ну, хух. Слава Богу. Получилось. Я ухожу. Давай, уходи. Тапочки забери, сынок. Это белый. Мебель как трансформер. Белый? Не белый, кстати. Странно. Очень странно. Кстати, кроме шуток, отдаю мебель в хорошие руки. Недорого, 1000 гривен. Мебель-трансформер. В общем, можно менять местами нижние эти, как они называются, антресоли. Оно все разбирается вот так по частям. Вверх, в общем, тут 4 части. Это. Не, ну тут да, и вот это еще по частям все. Подожди. Да, это, да. Вот это с этим цельное. Да. А вот это отдельно. Можно поменять местами. Вот это тоже цельно. Можно скомбинировать как угодно. Угу. То как же тогда антресоли можно снижать? Made in Czechia. Ой, так, ладно. Нечайно. Работаем нечайно дальше, ребятки. Подоставали еще вещи там сверху. Ну, освобождаем, что недоосвобожденное было. Сережка нашел трафареты. Это счастье детства, да? Это твое? Или да, Олега? Это мое. Твой блокнотик, да? Это какой-то такой бредовый, чистенький. Ой, так пусть будет писать, вуна играть там. Это оставим. Линеечка тоже хорошая. Линеечка штука хорошая. Трафарет, я не знаю, нужен. У детей спросить. Мужики пригодится еще. Угу. Поляки-маляки делать. Я помню эти трафареточки. А, так это еще на английском. Ага. Точно. Да, это английский. Сойти с ума. А ну что там еще? Запыленная. Еще тетрадка. А что это за такие досточки? Это Олега почерк. Олега тетради, да? Это, я не знаю, как. Какие-то эти самодельные, кстати, сами клеили. Угу. Для чего? Конвертики такие. А что ты туда закладывали? Деньги. Олега пока пусто. Один твой ящичек, да, один Олег. Покупалось все сразу на двое. Ага, прикольно. Ну что-то я вспоминаю, что вот этот вроде мой был. Потому что у меня всегда лично что-то доставалось грязнючее. Фотоальбомчик, наверное, пустой. А нет, это маме. Витаем у счастья и радости. Это, наверное, в банке. Лариса Александровна. Так, Сережа, угу. Это у нас юбилеем. Принести на горе пройти. А, это такая типа папочка. Угу. И письмо счастья. Ну, конверт, видать. Ну, я думаю, оно не нужное. Коллектив Черкасского областного управления Национального банка Украины. Щиро дякую вам за сумлінну та довголітню працю в банківській системі України. Та вітаю вас з ювілейним днем народження. Угу. 99-му году. Угу. Да, вот так вот. Пусть мама хранит. Угу. Мы же маме отдадим. Ну, это не выкидываем. Угу. Так, тут уже немножко освободили. Сейчас отлучилась в магазин, с Сережкой бегали. Потому что надо же еще это. И кушать наготовить. Ага, это Вика маску делает, наверное.
Поэтому скупили стружки продуктов. Сейчас буду параллельно и обувь складывать, потом полы помыть. Ну, полы Вика мне поможет. Ай, сыночка, поддержи, пожалуйста, сейчас упадет. Спасибо. Так, селедку взяла. Картошечку сделаю. Селедочка, макароны по-флотски. Взяла это орешки. Рыбка. Лосось. Хребет лосося, вернее. Сырочек такой. Ты голодный, зайка? Сейчас тебя чем-то накормлю. Яблок набрала вам, дети, целую кучу, чтобы вы уже ели и не экономили. К майонез, это к синей капусте салат сделаю. Макароны по-флотски сделаю. Кстати, я все селедку. Еще жду салатик свой. Тот. Еще раз, но уже на следующей неделе, сына. И взяла куриные бедрышки, я их обрежу, косточки на суп поставлю. А это на фарш, на макароны по-флотски. Вот так решила. Все, скупились. Ты моя прелесть. Красиво. Класс, скажи кайфовенько. Я так давно не делала, так классно. Зарышка, тебе мама на заколочка не жмет, не? Очень красиво, да. Так, все. Досечка, сейчас становимся в две руки. Разделяем нашу работу и вперед. Сейчас, вот эти отдать, то обувь кому-то отдать. Тут каблуки, короче, мы их точно носить не будем. Вот тут эти наши размеры, можно на какой-то праздник где-то и оденется. Что, оставить пока? Да. Ну, хорошо. Здесь, смотри, сапоги мои у тебя замшевые на каблуках. Это точно носиться не будут. А там ботинки у тебя на танкетке. Ну, это тоже точно. Точно нет. Так, это Сережины рыбацкие эти. Оставляю пока здесь. А там я уже всю обувь повытягивала. Вот это сейчас мы ее попаковала по коробкам. Там перебрала. Вот у пакет выкинуть обувь. Фух. Так, мы с Викой разделили немножко работу. Ой, яблочко ты пробовала? Да, вкусно. Вкусно? Этот. Вика занимается, значит, готовкой еды. А я занимаюсь тогда мытьем полов. Она мне предложила, я не отказалась. Ну, у нас был вариант, либо я готовлю, она моет, либо она готовит, а я мою. Так, вот здесь я уже, видите, все освободила. Вешалки отдадим вместе с этой мебелью. А эту шляпу выкинуть, она не нужна. Это я оставила, сейчас Сережка придет, разберет там его снасти. Я просто не знаю, куда ему, чтобы ну, ничего не потерялось. Ой, а все остальное все освобождено. Я думаю, мы уберем отсюда эту мебель. Можно будет эту стенку уже ободрать, обчухрать и туда повесить пока вешалку вот эту с обувной этой полкой, с обувью. А здесь полностью эти две стены освободить, чтобы можно было уже переносить дверь, разную работу делать. В общем, как-то так пока. Все, сейчас мою, потому что грязи нанеслось капец. Пока Сережа тут с проводами, вот эти перебирания обуви. Так, у нас уже тут помыто все. В зале тут Сережка помог мне уже коридор домыть, а я пошла Вике помогать. Почистила селедочку. Вика дожарила. Влада у нас пришла. Да, здравствуйте. Вот, Вики макароны уже готовы. Салат докрамсывает, в общем. В общем, оперативно работают все. Сейчас чуть-чуть еще поджарится, и можно засыпать. И картошка уже Вика сварила. Короче, вроде все успели, слава богу. Можно и отдохнуть. Сегодня Хэллоуин, кто отмечает, поздравляю всех с этим праздником. Мы что-то в этом году, в прошлом году, помню, разрисовывались, отмечали. Это что-то и желания нету. Как-то разрисовываться. Посмотрите, какой у нас тут монстрик. Да какой там монстрик? Андрюха пришел с автоматом, я открываю двери, стучит, а он такой, что там ты говорил? Вот так, да, стреляет на меня и говорит,
Жизнь или конфеты? Нет, я не так сказала. А как? Если бы пулемет был бы настоящий, то... А ну очки да, одень. Жизнь или конфеты была бы уже опоздала. Зара, одень очки. Одень, я посмотрю, как они смотрятся. С моей заколочкой, да супер. Шикарно. Короче, а как ты, Андрюха, сказал? Конфеты или смерть? А, или смерть. Жизнь. Ну, жизнь или конфет. А у меня позорище, еще и конфет не оказалось. Не, ну я нашла там одну вкусненькую, да? Да. Очень вкусная конфета. Уже в общем, мальчишки гуляют. Ты ж Хэллоуин сегодня, и Андрюшка такой. Это мама тебе костюмчик шила? Да, о, мам, а давай ты нам дашь этот денег, и мы пойдем конфетку делать. Хорошо. На праздник. Смотри. Или давай в Макдональдс сходим. Ага, что еще? Давай. Короче, мы с Андреем пойдем конфет купим тогда. Угу, хорошо. Да, Андрей? Да, хорошо. Только ты в таком наряде не иди, а то люди еще этот, испугаются. Так сегодня праздник, все разрисованные, уже с пятницы ходят, вообще разрисованные. Это у Андрюхи еще щадящий костюмчик. Такой щадящий, квадрат нарисован. Да это же сериал «Игра в кальмара». «Игра в кальмара»? Да, я до сих пор не смотрела, все хвалят этот фильм. Но мне сериал. Очень Чи сериал? Да? Мне очень понравилась первая серия. Угу. Ну, фильм жуткий. Жуткий, да? Да. Ой, я такое не люблю. Ладно, гуляйте, мальчишки. Пошла я. Ой, спину расслаблю, бы прямо спина болит. Так, сегодня мы хорошо поработали. Не знаю. Ой, сейчас бы что-нибудь попить, ты какой-нибудь кока-колы там? А нету ничего такого у нас. Не, ой, это яблоко съешь. Я три яблока уже съела. Да. Я понял. Так, ладно. Все, хорошо. Я сегодня днем довольна. Очень довольна, что что-то сделалось. Сейчас мы по выходным будем, конечно, немножечко двигаться с подготовками. Вот, поэтому с подготовками стен и всего остального. Что ты, Зек, чаю будешь пить? Я заела. Вика ушла с ночевкой к Владе. Мы сегодня втроем, сына, проверь двери, чтобы закрыты были. Я только что закрыл, обе. Ага, хорошо, умничка. Вот, Назар завтра идет, у них это, учительница принимает там задания, хоть и каникулы. Боже, но... какой бред. Принимает задания, там задают немножко им, чтобы они сильно не отстали и... Не пришлось потом гнать. Ну, конечно, Назар, ты представляешь, вы третью неделю сидите дома. Ну, это... не виноваты. Не виноваты, но просто программу вы потом не нагоните. Поэтому в какой-то степени она делает правильно. И завтра идет в школу. Я так поняла, на улице возле школы она будет принимать сдачу стихов, а я, знаешь, песен. Да я даже рад. Да? Да, я погуляю. Пройдешься, да. Так что вот так, Назар бежит завтра в школу, а я... А я завтра посмотрю, у меня голова чуть разболелась на вечер и как-то усиливается, надо пить таблетку. Прям усиливается и спина малюха болит. Так я сегодня, ну зато ничего, перебрала. Вроде бы так смотришь, мало чего сделал, а провозюкались целый день. Вот, и это, с теми проводами по всей квартире убрали. Всю эту мебель освободила я. Потом помогла Вике доготовить, кушать. Ну как, да, я только селедку почистила, остальное она сама все приготовила. Вот, потом помыли полы, везде помыла. Обувь всю перебрала по коробочкам, все сложила, пересмотрела, что отдать, отложила. Что этот, не могу найти у кого размер мой и... Как кто каблуки носит. Я бы отдала сапоги, ботинки свои. Просто на каблуках я уже носить точно не буду. А разыгрываю... хорошая обувь. Ботинки мама, вообще новые. Неправильно, что? Неправильно ты все это отдаешь. Знаешь, как правильно? Как? Дорогие друзья, проводим конкурс на обувь 38 размера. Заходите в комментарии. Для участия в конкурсе надо подписаться, поставить лайк под этим видео и написать какой-то комментарий, который не наберет ни одного лайка. А я еще надеялась, что у Назар сейчас умную какую-то мысль выскажет. Ладно, все, это все шуточки, сарказм. Все, говорю всем пока.
пью таблетку, ложусь отдыхать. Сейчас прям перевяжу голову. О, всех обнимаю, целую, люблю. Пока-пока.